Мама, ну пошли со мной, ну пожалуйста. Я не могу, мой пузырек, я буду ждать тебя тут в подъезде. Стучи в дверь. Я не хочу. Ой. Мама, это подло. Удачи. Все-таки пришел. А где твой этот, папашка? Они с мамой пошли в магазин, скоро придут. А, так его еще нет? Нет. Фух. А чего ты? Ну, ты говорила, он военный и строгий, а я боюсь строгих мужчин. Может, я лучше с твоей мамой познакомлюсь? Нет, придется с папой. Ну, вот я так и знал. Ну, проходи. Мы с мамой сегодня завозились на кухне, и я не успела полы помыть. Даже неудобно как-то. Ну, ты подожди, я сейчас быстренько, может, еще успею. Ну, конечно, успеешь. Ты же теперь не одна. Да? Да, у тебя есть отличный помощник. Ты что? Конечно, забудь времена, когда нужно было полы мыть одной. Правда? Неожиданно как-то. Спасибо, очень приятно, что ты стремишься помочь. Ну, пойдем. Так возьми же сначала с собой помощника. Что? Мистер Проппер!